Полине Борисюк 13 лет, из них 7 прошли под знаком творчества. И это, надеется юная художница, только начало. Конечно, загадывать далеко и точно говорить о том, что посвятить искусству всю жизнь, Полина не готова. Но сегодня рисование – занятие любимое, которое дарит положительные эмоции и заставляет находиться в постоянном творческом поиске. Чаще других на картинах Полины Борисюк появляются сказочные сюжеты и театр. Находят отражение белорусские национальные традиции. Я недавно начала осваивать технику маслом, а так я рисовала акварелью, и особенно в разных стилях, например, ну там в театре, абстракции всякие разные. Это мне больше по душе, и ну, как же это очень красиво смотрится на картине. Нила Горченюк, руководитель студии «Декор», в которой уже не один год постигает тонкости изобразительного искусства, Полина отмечает, у девочки есть свой неповторимый стиль, авторский почерк. Работы воспитанницы Нила Николаевна характеризует как изящные и лаконичные, но вместе с тем добрые и излучающие свет. Я очень ждала эту выставку, потому что очень хотелось увидеть ее работы все вместе. Я считаю, что выставка получилась, что она очень красивая, украсила наш актовый зал. Работы Полины Борисюк не раз были высоко отмечены на многочисленных городских, республиканских и международных конкурсах. По словам ее педагога, персональная выставка – это очередная ступень, преодоление которой важно для художника. К слову, познакомиться с творчеством юного брестского дарования есть возможность у всех желающих. Выставка будет доступна для просмотра в Центре дополнительного образования детей и молодежи на протяжении 2 недель.